Начинаем прохождение игры Stray. Котельник на связи. Ой, он милый. Слишком мило, друзья. Нет слов, я не знаю, что говорить, я прям умиляюсь. Маленький. Три комочка счастья. У-у-у, прям кайф. Дождик закончился. Пора и погулять. Так прекрасно кошку отхарактеризовали. Ну как живая прям. Мне больше нравятся пушистые кошки такие, чтобы погладить мех. Так, разведочка. Что да как? Да не, блин, можно не проходить, вот так поставить и просто смотреть на котенка, на кошку. Все будет окей. О, поточим когти. Здесь вам не слышно, как я мышкой сейчас клацаю, да?
вверх. Вот. Высоко прыгать. Или он, а? Птичка. Конечно, бежит, но... Смотрим. Здесь она чистая. Ну, виды, конечно, очень красиво сделали. Конечно, не здесь, а вот с этой стороны более так красиво вперед. Стены, значит, внутри стен, да? Окей. Берем. Может, туда прыгнем? Так они такие кайфовые прям. Можно и стой снизу. Окей. А что с этой стороны? Дальше бежим по... Я думаю, мышонка там увидел. А? Вот да. Что у нас тут дальше? Значит, железные прутья. Нам туда надо. Здесь как все пойдем. О, нет, ребята, вы, наверное, знаете все этот момент. Нет, нет, только не он, пожалуйста. Только не это. Я боюсь, мне страшно. Нет. Нет, 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 это... Нет, 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 нет. Господи, как же тут, блин, жалко его. Только железнопанок, металл, это как мусорка, видать, да? Да, это, по-моему, на свалку. Тоже какие-то кошки или... Так, у меня еще задняя левая лапа ранена. Да тебе плохо, дружище. Ох. Мусорка двигается, мусорный пакет. Наш кот, котенок. А, какой котенок, это какое-то существо. Твой. Оклемались. О, хвост поднял, все нормально. Все окей. Нам тоже, видать, в эту дверь надо. Угу. Да, нам надо. Вот он. И мир киберпанга. Неудачный прыжок. Окей. Мертвый город.
Ох, вот они. Нам, наверное, надо... Да. Мрачновато тут, мрачно, мрачно. Так, нам по бочкам глядеть. Help. Следуй за мной. Куда? Сюда. Так. Я взял ведро. Зачем? Давайте разбираться. Так. Чем мне нужно ведро? Логично, чтобы что-то набрать, да? Логично. Петро. Чё за блин? Что-то мне не нравится, как она. Вот летело. Вторая попытка. Я надеюсь, я правильно делаю, потому что что-то... А, подождите, по-моему, сюда надо бросить. О, да, 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 да. Я думал, воду надо набрать. Так это как в реальной жизни кошка, когда горшок толкает с цветами. Так, у нас лапы, краски. О, коготки получим от вас. Да. А, я думал там... Еще одна проход, еще одна, еще один проход. Нам, наверное, надо сюда. О, как это мило, как он, блин, прям. Так, что это за существа? Я не понимаю. Вот они еще. Ох.
предстоит разобраться, почему здесь все так уныло, темно. И сейчас что-то будет, наверное. Конечно. А, да. Боевая поза. Побежали. Опа, опа, опа. Форсируем, форсируем. Опа. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Опа, опа. Да что так сложно, их так много стало. Прям бесит, бесит. Так тут они размножаются, видать. Столько яиц вон. Опа. Бежим, 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 не останавливаемся. Еще чуть-чуть. Ты. Чтобы не упасть теперь отсюда. Давай, давай дальше. Это типа моста у нас был. Да. Что у нас с этой стороны? Ничего. Сверхъестественного пока не вижу. Так, бочку, наверное, покатить надо, да? Отлично. Бежим. Прыжок. Ой, 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 ой. Ох, это меня напугало, малоха. Малоха. Малеха. Так, в какую сторону? Да, значит. Поднимаемся выше. И опять же доска. Ой, я хотел вам показать котенка. Или кошка, или кот. Я не знаю, кто это. Непонятно еще. Что можно? А, нет, вверх нельзя. Да я пошел, я не знаю, инструктивно иду. Да, наверное, надо. Там упало. Так.
Куда оно теперь? Сюда? Квартира. Вино. Туалет. И поточим. Какой ответ тебя устроит? Вот жесткие диски у тебя лежат, какая-то плата. Не пойму я, что тебе надо. Ну, давайте дверь и включить, найти тело. Вот включатель. Два надо, да? Где его наверху я вижу? Вот он. Еще один надо. Еще один. Где он может быть? Где он может быть? Тут, наверное, на столе стоит. Чисто логически, если подумать. А нихера, вот он. Вот он. Спрятан. Включаем, значит. О, потом вход. Мне кажется, там что-то сидит, тело. Да. И тело. Я нашел. Понятно, что написано. Я, по крайней мере, что это вообще такое-то? Это глаза, что ли? Вот сюда куда-нибудь, да. Идентификация. Загрузка. Похоже на Вера. А, нет, не похоже. Маленький роботик. Станционный робот. B-12. Thank you.
Так, сработало, я свободен, спасибо. Я с трудом поверил своим камерам, кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут, похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь назвать меня B-12, так написано на моем корпусе. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Этот ключ отпирает дверь, это я помню. Сейчас помогу. Очень хорошо. Батарея садится, подойди сюда. Тебе придется это надеть. Вот киберпанк. А, там. Отдыхает, типа его зарядка. О, да. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я сверил ключ и положил его в рюкзак. Отцифровал. Ключи. Осмотреть. Окей. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне. Или другим, если я его встретил. А теперь пошли отсюда. Окей, я согласен с тобой. Открыть. Использовать. Окей, ой. Фонарик. Ничего себе. Это мне нравится. Здесь, по-моему, ничего интересного. Пойдем дальше. А какой код? Стоп. Я что-то не понял. Какой код-то? Вот код, значит. Ага. 37, 48. О. Встречай светлый мир. Ух ты, ну и местечко. Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Так я тоже знаю, мы всю игру почти вверх поднимаемся. Поехали! Мило выглядит, прям умиление. Да, даже такие кочевники, как я, иногда умыляются с котят. Погоди, я помню апсайд. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты оттуда пришел? Я кому-то обещал туда пойти, но кому? Это открытка, рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Установлено новое воспоминание. Окей.
Снизу. Вниз. Еще одно ведерко. Безопасная зона. Что-то мне нифига не кажется, что это безопасная зона. О. Идите домой. Ждите. Чик. Что ли? Трущобы. Здесь, значит, живет более бедное население Киберпанка. Куда ты? Да что я сделал-то? Ты не любишь кошек? Он засранец. Он не любит кошек. Да что все пугаются-то, я не пойму. Дед, что не так-то? Шаулинский монах, чё он тут охранником работает, что ли? Поговорим, что ли? Кажется, у них свой язык. Ты не зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок, только, пожалуйста, не ешь никого. Мы добрые котята, а кого ты такой, такие агрессивные? Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? Что-то вопрос какой-то ни к чему вообще. Старейшины. Ты нас так напугал, мы думали, что ты зурк. Правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала, а мне завтра исполнится 374 года. Прекрасная мечта. Как жаль, что это всего лишь мечта. Анджайла, зачем туда подниматься? Там ничего нету. Кажется, у Момы есть несколько... Так, я же фотографии ему показывал. Йохан. Пожалуйста, не перерывайте мои методы странными движениями. Мома. Кто из них Мома? Йорис. Воним. Хранитель. Парень, похоже, много знает о этой местности. Покажи ему открытку, может, он знает, как отсюда выбраться. Все знают, что уйти отсюда невозможно, но кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось, за исключением Мому. Попробуйте поговорить с ним. Если хочешь, он давно прекратил все попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой вывеской.
Не стесняйся, вызывай меня в любое время, я всегда рад помочь. Хандель сказал поговорить с мамой, он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. О. Этим ребятам лучше перестать ронять ведра с краской, иначе космос разожжется. Так это кажется я... А, нет... Так, наверх нам надо, наверх. Чем выше, тем лучше. Наверх, наверх. О. Ванито, на эти круги света приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. А-а-а. По-моему, под куполом каким-то, если... Я не ошибаюсь. Сюда, наверное. Зачем нам спускаться? Вот он куда. Вот Момо. Радуга на лице, кажется. И печальная. Полезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чего тебе надо? Это вот Райс Аутсайд. Ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, и я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот приемопередатчик не работает. Мы с друзьями вели записи нашего исследования аутсайда. Вот, возьми мои, если действительно хочешь туда пойти. Записная книжка. 1/4, Момо. Теперь ты сам по себе, я завязал с аутсайдом. Удачи. Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защитить наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Подпись Клементина за Балтазар, Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. К тому и нам нужно найти другие записные книжки.